Привет, это Fashion TV и я Анастасия Пискарева. Сегодня на террасе O2 Lounge The Ritz-Carlton Moscow уже в третий раз гламур в рамках главной интернет-премии года Glamour Influencers Awards 2020 составляет список самых достойных и интересных аккаунтов в социальных сетях. Журнал уже 16 лет формирует мнение и вкус своей аудитории, а также открывает новых героев. Сегодня на праздничной церемонии будут объявлены имена победителей, чьи аккаунты вдохновляли своих читателей на протяжении всего года. Я вижу прекрасных, молодых, очаровательных девушек, которые энергичны, не вульгарны, они общаются, у них свой какой-то круг интересов. Я вижу молодых парней, каких-то андеграундных, это тоже хорошо, это какая-то другая субкультура. Короче, все движется вперед, все хорошо. Я уверен, что хорошие люди, правильные, сделали свой выбор. Мы решили ту коллекцию, которую мы не смогли показать из-за пандемии, показать как символ неугасаемости и жизнелюбия, поэтому очень скоро коллекция «Осень-зима», шоу-коллекция наша, будет представлена нашим зрителям, нашим клиентам. А дальше мы уже уйдем в лето 2021 года. Никто не верил, что будет такой успех, но, тем не менее, дико приятно, особенно в Яндекс.Эфире. Никто не верил, кроме нас. Да, получить премию на фоне всех карантинных проектов, все коллеги делали, а мы победили, это круто. Я вас поздравляю, очень рада за вас. Как вам обстановка этого мероприятия? Хорошая, вероятность заболеть достаточно высока, поэтому укрепляйте иммунитет. Мне очень нравится это. Я первый раз в таком амплуа, вообще на мероприятии на каком-то, поэтому немножко необычно для меня, но мне очень нравится. А кто, по вашему мнению, самый главный инфлюенсер года? Лапенко, наверное. Планы на осень? Слушай, честно говоря, хочется на YouTube выйти. Я же как бы в Инстаграме, в ТикТок и вынашиваю планы по выходу на YouTube. А кто вы считаете, по вашему мнению, главный инфлюенсер 2020 года? Ну, как бы корона. Что инфлюенсер? Этот инфлюенсер реально изменил жизнь многих. Кому-то этот инфлюенсер рекомендовал сидеть на диване, кому-то этот инфлюенсер рекомендовал выкладывать фотографии с позапрошлого отпуска. У нас есть новая номинация «Глэм. События на карантине». Поскольку за карантин было произведено такое количество клевого, интересного и разнопланового контента, что мы решили, что странно будет не отметить людей, которые как-то помогали нам жить и не тужить, пока мы сидели дома. В Яндекс.Эфире вы можете видеть наш фильм, посвященный этой премии. И по сюжету этого фильма главные инфлюенсеры прошлых лет и этого года живут в отеле Ritz и вместе делают контент. Поэтому на крыше Ritz на площадке O2 Lounge показалось более чем логичным встретить всех, кто был причастен к этому фильму и к этой премии. Да, очень круто. Я в Ritz-Carlton впервые. Однажды я здесь был, когда мне было лет где-то 13. Ну, для меня пока что номер один все вот мои близкие друзья, которые вот топят, занимаются этим. Не знаю, Дина, Рахим. Мне нравится, что очень много творческих людей, с которыми есть о чем пообщаться и расширить свой кругозор. Мне очень нравится еще атмосфера, то, что это на крыше. Классно. Я недавно пришел, конечно, но качает, качает. А первый раз здесь или уже бывал в этом баре? Здесь первый раз, да. А когда ждать новые твои песни? 7 числа, вроде бы, да, 7 числа выходит трек Love, потом выходит огромнейший фит, который просто, вот, есть земля, есть мой фит. Прекрасно, весело, мне вот здесь очень нравится, и вообще приятно выходить после такой долгой паузы и начинать развлекаться, надоело сидеть дома. Марго, а как ты считаешь, кто сейчас самый модный инфлюенсер в ТикТоке? Сейчас очень сильно развивается наш русский ТикТок. ТикТокеров становится все больше и больше, в том числе и я уже пополнила эти ряды. Но могу выделить Стас просто класс. Мне очень нравятся его шутки. А также Валя Карнавал. Ну, сегодня такая праздничная атмосфера. Очень здорово собраться после прекрасного лета. Осенью, сегодня 2 сентября, и хочется пожелать всем радости, удачи, таких незабываемых вечеров. Все ждали этого праздника, я думаю, что все соскучились и хотят продолжить общение
в этом году. Весь год команда «Гламур» следила за обладателями самых ярких и интересных аккаунтов, чтобы в третий раз сегодня были названы имена победителей среди лучших современных блогеров и лидеров мнений. Гости вечера делились последними новостями под модный диджей-сет и проводили лето в приятной атмосфере. С вами была я, Анастасия Пискарева, I Love Fashion TV. 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 We love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV.